Еще раз здравствуйте, мастерская слоновой компании. Я Вячеслав, приветствую вас. В этом ролике давайте вспомним давно уже разработанную нами технологию изготовления ножей по теме знаки зодиаки. Знаков зодиаков. Давайте первый нож. Здесь Овен. Знак зодиака Овен. И созвездие Овен. Такое вот звездное небо, как клёна, дерево. Материалы для изготовления, эти ножи изготовлены на заказ. Материалы, клинок и дерево, это от самого заказчика Романа. Наша работа. Вот. И вот клиночки. Здесь вот такой дамаск с углеродистой сталью. Такой тут СО хром В2. Ну, короче, углеродистая сталь. Дальше тут никель, латунь, медь. Клинок изготавливали не мы, клинок от заказчика Романа, а вот это все дело мы изготавливали. Так, это звездное небо такое было. Космос. Космос. Тема космос. И далее северное сияние. Здесь уже знак зодиака Лев и созвездие Льва. Такой вот тоже как клёна. Если кого-то заинтересовало, дерево мы такое тоже можем заказать по заказу. В принципе, дерево было заказано у нашего поставщика, только не через меня напрямую. И также вот клиночек похожий. Итого, здесь в стиле, в теме космоса верхний, нижний, северное сияние. Ну, кого-то заинтересовало, если знаки зодиака, по вопросам изготовления, цены, сроков, пишите Ивану на WhatsApp, Viber и решайте. Иван решит ответить на все вопросы, если нужно, будет оформить заказ. Всем здоровья, всем отличного космического настроения. Смотрите наши ролики, приобретайте нашу продукцию, делайте у нас заказы к Новому году или еще. Да вообще делайте заказы, какая разница, к Новому году или к Дню разведчика, без разницы. До новых встреч!